Всем привет, с вами снова Мефик. В этот раз я нахожусь на одной из малых рек Московской области. Очень интересная речка, неглубокая, с тихим течением. Тем не менее, интересная рыба здесь должна водиться. Это галавль, это щука, это окунь. Время на часах 4:30 утра. Солнце, как вы видите, за мной, оно встает. Пока холодно, рыба плещется, очень большая, то есть лещ беснуется. Хищник здесь есть. Поехали ловить. Итак, река Шерна. То место, куда я поехал, находится на границе Московской и Владимирской областей. У друзей там недалеко дача, ну и заодно решил порыбачить. Прибыли на место, едва забрезжил рассвет. 15-минутные сборы и в дорогу до реки. На улице, конечно, прохладно, роса и обилие травы мешают передвижению. Поэтому просто искали тропку, которая идет до воды. Ну, друзья, я уже на месте. Решил уже, что буду ставить. Попробую я начать с маленьких воблеров, миношек. И постепенно буду пробовать разные приманки. Час полоскания воблеров прошел, решил попробовать перейти на джиг, поставил такую креатуру от Джакала. Светало все быстрее, но ни одной поклевки так и не было. Решаю потихонечку смещаться, ставлю обратно воблер и пробую выманить неактивного хищника. Проводка за проводкой мелкого крэнка. Я в надежде на поклевку головля раз за разом забрасываю и провожу приманку. И вот уже из-за деревьев показывается солнце. Воды много, вода мутная. Пробую проводить глубоководную миноху от киндом. И опять ни тычка. Хищник абсолютно не активен. Утро в самом разгаре. Возвращаюсь к джигу. Силиконовая приманка Relax Twister Turbo в цвете машинное масло достаточно часто меня выручала. Ах ты, была подбивочка такая. Ну вот такой вот откусон произошел. Ну что же, поклевка обнадежила. Хотя после этого в течение 40 минут я не получил ни одной поклевки. Перемещаемся дальше. Мутная вода, неактивный хищник. Имеет смысл попробовать максимально активную джиговую приманку. Это твистер от Айко Curly Tail в кислотно-лимонном цвете. Прокидываю перспективные места и ничего. Решаю уменьшиться по приманке. Силиконовая имитация личинки стрекозы от Дмитрия Аксенти. Вот, ах ты! Поклевка была такая нормальная, с оттяжечкой. Вот она! Есть! Это окунь, скорее всего. Небольшой.
Ну вот, наконец-то разловился я. Вполне себе неплохой полосатик. Сработала у нас казара на обычном прямом крючке неофсетном и самодельная чебурашка 7-граммовая. Это гадюка, по-моему. Каких я только приманок за эту рыбалку не пробовал. Кидал в воблерайк рынки всех размеров. Большие и маленькие блесны. Силиконовые приманки также всех размеров и цветов. Но когда рыба не активна, чтобы вымучить хотя бы одну единственную поклевку, необходимо перебирать эти приманки и ловить, ловить и еще раз ловить. Ах, был выход. Прям вот внизу. Ух ты, ух ты! Блин, что-то такое было, я что-то не понял. Была поклевка. Вот, ах ты! Блин, там прям кто-то стоит. Походу, щуканчик. Есть! А, что-то такое бойкое, хорошее. Ну, окушок, скорее всего. А, щуканчик, щуканчик. Не удержался на микрорезину. Хороший щукарик с оттяжкой, поклевка была. Ну вот и все, закончилась моя рыбалка сегодняшняя. Сегодняшняя прогулка. Щука и окунь. Это все, что удалось вымучить сегодня. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет еще интересней. Всем пока. Я уже смотал удочки.